Всем привет! Мы продолжаем осваивать технику вязания узоров с накидом. Сегодня я вам покажу, как вяжется вот такой узор ежики. Он используется для вязания шапочек и также при вязании детских изделий. С одной стороны он выглядит вот так, как ежичек, а с другой стороны у него вот такая, другая сторона вот такая. Вяжется узор очень просто, и для его вязания необходимо набрать любое количество петель. Итак, у меня набрано 20 петель, и мы вяжем первый ряд. Первый ряд, кромочную петлю снимаем, и вяжется 1 лицевая и 1 изнаночная. Лицевая петля вяжется за переднюю стенку. Изнаночная, как обычно, за переднюю стенку. 1 лицевая и 1 изнаночная. Лицевая и изнаночная. Вяжем до конца ряда. Чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную. Лицевая петля вяжется за переднюю стенку. Последняя петля у нас изнаночная. Поворачиваем свое изделие и вяжем второй ряд. Первую кромочную мы снимаем. И опять провязываем 1 лицевую за переднюю стенку. Следующую петлю снимаем с накидом. Делаем накид и снимаем ее, не провязывая. И опять 1 лицевая, накид и снимаем, не провязывая. Лицевая петля, накид, снимаем, не провязывая. И опять лицевая петля за переднюю стенку. Таким образом. Накид и снимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда. Одна лицевая за переднюю стенку. Накид и петля не провязанная. Снимается. Последняя петля изнаночная. Следующий, третий ряд. Кромочную петлю снимаем, и у нас вот образовалась петля с накидом. Мы делаем еще один накид и еще раз снимаем все эти петли. И опять 1 лицевая, накид и снимаем вот эти петли, не провязывая. И так до конца ряда. 1 лицевая, накид и вот эти петли снимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда. 1 лицевая, накид и снимаем петли, не провязываем. Последняя петля у нас изнаночная. Так, следующий, четвертый ряд. Кромочную петлю снимаем, провязываем 1 лицевую. И вот образовавшиеся 3 петли, их провязываем вместе изнаночной петлей. И опять 1 лицевая и изнаночная. 1 лицевая и изнаночная. И вяжем до конца ряда. 1 лицевую за переднюю стенку. И вот эти вот 3 петли, их все провязываем вместе изнаночной петлей. Вяжем до конца ряда. Одну лицевую
и изнаночную. И последняя петля у нас изнаночная. И узор повторяется с первого ряда. Одна лицевая и одна изнаночная и так далее. И у нас вот получается вот такой узор. Такими вот ежиками. Если вам понравился урок, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте делиться. И до встречи в новом уроке. Пока!